маски удивительно неэластичны. Смысл слез мне ясен. Вы можете ощутить легкое сожжение. О, еще один ценный организм. Интересная реакция на боль. Спасибо за ваш вклад в мое познание. Неужели ни один орган нельзя удалить безболезненно? Я допускаю, что вам может быть больно. Похоже, они не умеют менять кожу. Какие хрупкие существа. Существо ищет свою материнскую особь. Они перестали развиваться. У них избыточное количество предков. Эти существа бывают отвратительными. Какие секреты ты скрываешь? Я должен знать все. Посмотрим, из чего они сделаны. Я должен посмотреть ближе. Мне кажется, что локти это неприлично. Если их рассечь на две, ни одна из половин не сможет отрастить вторую. Паника. Универсальная реакция на опасность. Меня удивляет количество их ароматов. Развлекательная процедура местных форм жизни. Моя работа требует координации между глазами и щупальцами. Высокая концентрация образцов. Прекрасно. Эндоскелетный. Как интересно. Что еще я смогу открыть? Эволюция завораживает меня. Удивительно. Странные существа из плоти и крови. В этом мире так много еще нужно изучить. Люди. Примитивные, неприятные, но удивительные существа. Этого я не ожидал. Я скучаю по дне бездны. Мое присутствие беспокоит их. Здесь слишком яркий свет. Местные существа при вскрытии кричат громче. Температура плавления человека непостоянна. Пол существа проще всего определить по высоте его крика. Пока ни одно существо не пережило даже предварительных тестов. В этом мире столько информации. Я понял главный принцип. Бездна. Как же я скучаю по темноте. Ваши шансы на выживание меньше нуля. Посмотрим. 2007 в уме. Да, понадобится еще множество образцов.